Полина Полшкова занимается в «Дыши номер 2» 7 лет. За это время девочка завоевала множество наград в различных конкурсах и фестивалях. С детства Полина мечтала заниматься музыкой и петь народные песни, поэтому выбрала фольклорное отделение. В самом начале для меня это было просто как увлечение, и это мне приносило огромное удовольствие, а уже впоследствии я поняла, что без этого я не могу жить. Музыка – это стало моим смыслом жизни. В коллекции Полины уже более 50 наград, но больше всего она гордится дипломом из лагеря «Океан», который находится во Владивостоке. Оттуда девушка вернулась 2 недели назад. Попасть в детский лагерь Полине было непросто. Для этого она создала портфолио, написала эссе на тему «Я одаренный человек» и отправила все на суд жюри. Я горела очень сильно этой идеей, и меня отобрали. Я вкладывала очень много усилий, чтобы туда попасть. Я слышала о этом месте, была наслышана, что мои знакомые туда ездили, и моя мечта свершилась, я туда, собственно, попала. Полина принимала участие в различных мастер-классах, научилась ораторскому мастерству, пообщалась с космонавтом Сергеем Рязанским, увидела группу «Интонации» и певицу Анет Сай. Мне это стало очень интересно, потому что там все-таки другие навыки рассматривали, не мои творческие какие-то вокалы или что-то такое, а более такие коммуникативные. Вот. Это принесло мне огромный опыт, и мне очень понравилось. В дальнейшем Полина планирует поступать в музыкальный колледж и продолжить заниматься вокалом. По словам девочки, это ее призвание. Педагог Полина Ирина Оськина отмечает, что у подопечной большой талант. В течение 7 лет Полина проявляла себя как дисциплинированная девочка, увлеченная, очень ответственная. И вот в какой-то момент она посмотрела внутрь себя, да, вот как она определяет свое будущее. В конце этой недели «Дыши номер 2» приглашает всех желающих на отчетный концерт образцового коллектива народной песни «Горница». Со сцены прозвучат лучшие песни ансамбля. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.